зрители, нашел для вас хорошую квартирку 2 плюс 1 в районе Махмутлар с видом на море. ВНЖ в этом районе пока не выдают, заранее сказал, порой забываю говорить. Но кто желает квартиру себе купить такую хорошую, может позвонить и купить. Вид на море. Расстояние отсюда до моря, до воды 340-360 метров максимум. Отсюда я вижу улицу Барбароссу. Я максимум говорю до воды, может быть здесь 250 метров. Так, большой балкон. Античный город Наула, вот вы видите ее. Кухню установили, там шашлык-машлык, что-то можно будет сделать. Можете застеклить, будет дополнительная комната. 2 плюс 1, трехкомнатная. Квадратных метров чистых. Полезной площади здесь. У нас, сейчас я вам скажу. Так, 12 квадратных метров спальня одна, другая 10 квадратных метров. Два санузла, два балкона. 90 как минимум полезная площадь. Бытовая техника вся в Вестел. Мебель, как я увидел, качественная. Не знаю, что за фирма. Телевизор Вестел. Кондиционер Вестел инверторная. Раскладывается. Нет, не раскладывается диванчик. Холодильник Вестел. Ламинат, а здесь керамика у нас около кухни. Итак, тут прихожая большая. Шкаф установлен уже в левой стороне. Фибероптика, интернет, кабель уже торчит. Тут может подключить фибернет. У нас вроде хорошая скорость сейчас в лане. Первый санузел. Стиральная машинка Vestel. Вейто проточный водонагреватель. Он электроник. Вот. Так, душевая кабинка не маленькая, нормально. Вытяжка тоже есть. Открываем, воздух входит. Так, здесь у нас первая. Так, первая спальня. Чуть камеру не уронил. Хозяева были дома. Так, здесь первая спальня. Вид из этой спальни на горы и на соседнее здание. Здесь открытый бассейн, сауна, территория там. Все покажу вам по ходу действий. О, у них даже роль ставни автоматически идут вниз. Угу. Сторона здесь за восточная. Эта часть восточная. Солнце оттуда восходит. Восточная. Вторая спальня. Та спальня 10 квадратных метров. Это 1,5, почти 12 квадратных метров без санузла. Vestel тоже у нас инверторный кондиционер А++. Ламинат. Второй санузел. Полезная штучка. Второй санузел большой. И балкончик. Этот балкончик маленький.
Один, три, 3,5 квадратных метра. Вид на море. Глазами это видно вот так. Вот так я вижу глазами это море. Теперь, дорогие зрители, цена этой квартиры 153 тысяч евро. Без торга. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Я сейчас спускаюсь вниз. Здесь два лифта. И показываю вам территорию. Проект был сдан в 2015 году. Итак, квартира находится на высоком этаже. Здесь 4 квартиры, 2 лифта. Вызовем лифт. Лестничная площадка. Так, этаж 9. Пускаюсь на левый этаж. Вот. Все показал. Даже воду показываю. Кто-то из бассейна вышел. Или пипи сделал, а нет, просто вода вылилась. Итак, здесь сауна, не знаю, работает, не работает. Айда 350 лир. Шпитнес есть. Шпитнес тоже есть, такой огромный. Штанга главное есть. Все в шагу доступности. Сторона квартиры была юго-восточная. Зона отдыха. Фасад здания покажу. Там бассейн, я сейчас туда вернусь. Там открытая парковка. Генератор. Видите, оранжевый это генератор. Купаются, здесь строится что-то. Большой бассейн. Джакузи там. Душевая кабинка, там вход. Все, дорогие зрители, жду звонка. Цену квартиры я огласил. Айда 350 лир. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Махмутлар. Всем чао-чао, бай-бай.